Так, друзья, сегодня 22 октября, вторник. Сегодня мы приехали на окраину Лас-Вегаса, в место, которое называется Red Rock Canyon. Вот. National Conservation Area. Вот он как выглядит. Это вот их въезд. Примерно вот на окраине Лас-Вегаса вот располагается такое замечательное место. От места нашей стоянки сюда ехать примерно 15 минут. То есть это прям совсем рядом. О, а вот велосипедисты, которых мы встретили по дороге. Они, оказывается, тоже сюда едут. Вот, так что наша задача за сегодня здесь заехать, поездить, походить, побродить. Здесь есть тропы, здесь есть живописные дороги, которыми мы хотим сегодня насладиться. Так что погнали с нами. Так, только что сходил в визитор-центр. Там как раз была экскурсия 20-минутная о том, где мы находимся и что это за место. Там сказали, что вот этот Red Rock Canyon находится в пустыне Мохаве. Это самая маленькая, самая сухая пустыня в Северной Америке. Здесь выпадает за год примерно вот 4 дюйма осадков, что крайне мало. Да, еще сказали, что здесь, если идет дождь, а дожди идут примерно вот сентябрь-октябрь, то здесь просто такие проливные ливни мощнейшие, что прям вся вот эта вода как раз выпадает именно в этот период. И почва здесь особая, она не пропускает влагу. То есть она не впитывается. Поэтому, когда дожди идут, вот эта вся вода, которая аккумулируется в горах, она прям вся сходит огромными потоками уже вниз. Вот, и аккумулируется вот в каких-то вот озерах или тому подобное, в самых низких местах. Так, что по поводу нашего маршрута. Сейчас посмотрим. Вот мне дали карту в визитор-центре. Вот это вот Scenic Drive называется. Не знаю, как лучше. Вот мы типа отсюда. Это одностороннее движение. Вот так мы будем ехать. Примерно сколько получается? 13 миль, либо 21 километр. Вот так вот. И, соответственно, будем съезжать на самых красивых местах. Здесь есть даже вот тропы всякие. Советовали посетить вот этот самый посещаемый. Это вот этот Calico Tanks. Это High Point Overlook. То есть самая высшая точка, из которой все видно, всю долину. И Лас-Вегас в том числе. Вот. И вот где-то вот на этой стороне вот какой-то вот крик. Типа Lost Creek, что такое, и вот этот Pine Creek каньон. Ну, посмотрим по нашей кондиции. Если будет жарко, не жарко, если будут силы, то постараемся остановиться и походить по самым интересным местам. Ну что, погнали в путь. Так, это наша первая остановка. Это место называется Calico Hill 1. Вот здесь есть такая вот смотровая площадочка. И даже есть вот небольшой трейл. Вот, подойти чуть ближе к горам. Там что-то типа пещера. Сейчас сходим, посмотрим туда. Так, вот это как выглядит. Тут вот такие вот живописные камни. На которых люди любят становиться и фотографироваться. Здесь отличные виды кругом. Вот такой вот Calico 1. Сейчас поедем на другой. Так, это наша, получается, вторая остановка. Это мы остановились на Sands Quarry.
И здесь одновременно есть тропа именно на Калика Тэнкс. Это вот самая знаменитая здесь тропа живописная, самая посещаемая. Сейчас мы попробуем пройти по ней. Так, с этого места есть разветвление на две стороны. Это первая Turtlehead Peak. Тропа, которая 2-3 мили. Но это довольно-таки сложная тропа и длинная. И вот этот Calico Tanks. Вот она милю с небольшим. Вот так вот сюда дойти и обратно. Ну, чуть больше 2 миль. Вот это нам под силу. Чё, погнали? Это вот как выглядит начало тропы. Вон она тоже будет вилять зигзагами туда-сюда. Вон там видно, люди идут. Сейчас мы к ним присоединимся. Так, вот время от времени нам встречаются указатели, которые говорят, что мы на правильном курсе. Calico Tanks, вот прям туда. Ай. Вот мы идем между скалы, тут встречаются уже деревья даже. Такие пустынные, хвойные. Тут прям чуть ли не оазис, прям сад какой-то. Вот в самой сухой пустыне Северной Америки все-таки вот выживают. Хвойные всякие, вот кусты. Дальше уже начался песок такого бежевого цвета, даже вот наподобие такого даже красного оттенка, розоватого, вот примерно как те оранжевые скалы красные. Вот на дороге встречаются огромные камни, приходится их перепрыгивать. Но маршрут такой нормальный, я бы не сказал бы, что он сложный. Просто идешь, идешь себе по песочку и виляешь зигзагами туда-сюда. Вот дальше мы выходим на камни, уже по камням будем идти. Так, вот мы уже куда-то вот подходим к камням, к скалам этим. Сейчас даже в тень войдем. Так, вот такая у нас дальше тропа будет идти. Уже будет прыгать по камням. Да, забыл сказать, что сейчас жара. Сейчас сколько? Час дня. И жара сейчас поднялась до 30 градусов Цельсия. Вот, но так как здесь одно, вернее, самое сухое место в Северной Америке, то она переносится довольно легко. Вот сколько вот пьешь воду и даже не потеешь. Вот это вот интересный факт такой. Ай. Так что да, забавно. Легко переносить такую жару. А вот тут уже тропа усложняется. И дальше уже нужно подниматься с камня на камень и быть аккуратным, куда ставишь ногу.
как бы поверхность здесь не скользкая, но нужно иметь все равно хорошую обувь с хорошей подошвой. Так, вот там ребята идут, вот мне туда надо. Надо как-то скарабкаться на эту тропу, на эту скалу, наверное, там обход есть. Я, наверное, его прошел. Вот, да. Тут ступеньки были. А я пошел по самому сложному маршруту. Вот здесь можно посмотреть, как идут слои вот этого породы камня. Я не знаю, что это. Какой-нибудь лайфстоун или что-нибудь еще. Не разбираюсь. Ну, как бы на ощущения довольно крепкий. О, дальше она будет в гору подниматься. А это вот взгляд назад, на ту дорогу, по которой пришел. Вот там я вот петлял туда-сюда, пока вот не вышел. И поднялись чуть вверх, и дальше еще вверх пойдем. Так, такое чувство, что мы уже где-то рядом. Сейчас взгляд назад на наш пройденный этап. Взгляд с высоты. Ладно, погнали дальше. Тут дорога дальше усложняется. Тут уже прям такой как бы наклон. Ну как бы идти можно, но уже как бы нужно думать, куда ноги ставить. Вот ребята даже наверх куда-то забрались. В общем, нам куда-то вот туда. Так, я увидел место, куда нам надо идти. Вот там люди уже пришли, куда надо. И вот сидят и наслаждаются красивым видом оттуда. Тут дальше отвесная скала. Туда идти нельзя. Надо вот разворачиваться, как-то идти вот по камням вверх туда. Ну что сказать, довольно интересный маршрут и довольно интересное место. Вот отсюда видно уже Лас-Вегас. Сейчас зайдем туда, на самое лучшее место. Опа! Тут надо вот как-то рабкаться. Короче, без рук здесь не зайдешь. Так, следы какого-то горного козла. Чё, погнали туда. Ну что, друзья, вот мы и на месте. Последние несколько метров. Hello.
Ничего себе. Ха. Тут обрыв. Да, просто великолепнейший вид. Умопомрачительный даже, я бы так сказал. Там вдалеке Лас-Вегас. А там внизу крутой обрыв. Просто крутейший. Отвесная скала. Летают частные самолеты. Из каждого выбирает свой любимый камень, садится на него и наблюдает вот на этим всем, над этим всем. Вот там я сидел, вот там ребята до сих пор сидят. Вот я там тоже был. А вот эти ребята здесь даже отдыхали, лежали, спали. Вот камни прогреваются. Вот так что лежать на них одно удовольствие. Ну что, пустыня Могаве, Red Rock Canyon, вот как он выглядит, и Лас-Вегас за спиной. Окей, в общем, все мы здесь посмотрели. Calico, thanks. Теперь вот будет обратная дорога к машине, и будем дальше продолжать наш Scenic Drive. Мы еще даже до половины не доехали. Следующая точка будет, скорее всего, high point. То есть высокая, одна из высочайших точек вот этих гор. Так, это место называется High Point Overlook. Если верить информации, то здесь примерно мы находимся на высоте примерно 1,5 километра. Что, собственно, как бы не ощущается. Я думал, здесь будет что-нибудь более интересное. Ладно, здесь, по сути, ловить нечего, поехали дальше. Так, это место, на котором я сейчас остановился, называется Willow Spring Loop Trail. Это такая вот просто вот тропинка между красивых мест. И вот, наверное, одна из основных достопримечательностей на этой тропе — это то, что можно увидеть всякие вот разные вот дикие кактусы. Вот такие. Все в колючках. И всякие вот эти пустынные растения. Ну и как бы по совместительству это вот такие вот красивые пейзажи. И вот эти склоны все в кактусах. Сюда лучше с тропы не сходить. Вот еще кактусы. Прям все в колючках. Стоит неудачно поставить ногу, и вы просто на... Будет у вас незабываемое ощущение. А, вот еще ящерицы всякие лазят по дороге. Надеюсь, змей тут нет гремучих. Такой вот интересненький трейл. Он небольшой. И со своими фишками. Вот кактусы. Пустыня Могаве. И вон опять кактусы. Всякие кустарники, карликовые деревья. В общем, как-то так здесь. Так, это место, на которое мы приехали, называется
Петроглиф Wall Trail. Вот она, по сути, прям небольшая. Прям чуть-чуть пройтись, рукой подать. И по идее мы должны в конце пути увидеть наскальную живопись. Ну что, погнали посмотрим. Итак, вот мы и пришли на это место. Вот такие вот петроглифы можно здесь увидеть, оставленные индейцами. Вон они там, их как бы немного. И в принципе можно кое-что понять, что они означают. Вот как бы вот там вроде как перышко. Вот какое-то их как бы украшение. Я могу ошибаться, но выглядит именно так. А вот это вот прям типа как парусник. Вот там вроде как три мачты. Но опять-таки, может, я ошибаюсь. Но вот такие вот какие-то вот иероглифы, какие-то вот знаки спиритические. Вот. Может быть, это и оттуда. Интересно, им, наверное, ну я не знаю, лет 300, я думаю, точно им есть. Вот ближе подойти нельзя, но вот все, что могу. Может, мне тоже свою какую-то закорлючку оставить для будущих поколений. Как там, Беня и Киса были здесь? Остап Бендер бы точно что-нибудь оставил, какой-нибудь знак о себе. Но мы не такие, мы идем дальше. Эта остановка у нас называется Red Rock Wash Overlook. Конечно, сейчас уже день на закате. Поэтому, когда высокие горы, большинство долины уже находится в тени. И не так хорошо все видно. Ну, так, на пару минуток остановиться, забраться на этот камень и взглянуть вокруг, что здесь происходит. Вообще там красивее всего, но там все в тени. Здесь практически никто не останавливается, потому что ловить здесь по сути нечего. Ну что, погнали дальше. Так, это у нас будет последняя остановка на сегодня. Называется Pine Creek Canyon. Он как раз находится вот где-то вот между теми, наверное, двумя горами. Вот Pine Creek Canyon. Короче, почти милю идти туда и обратно. Ну, в принципе, терпимо. 1,5 мили, я думаю, я осилю за сегодня. Уже 4:30, поэтому нужно поторопиться. То солнце здесь садится за горы довольно очень быстро. Ладно, камеру я с собой не буду брать. Так что, если что, перескажу словами. Итак, сейчас уже 6 часов вечера. И вот и подошел к концу наш день сегодня, который мы провели в Red Rock каньоне. Pine Creek оказался хорошей тропой, интересной. Он так назывался, потому что там был как раз ручей вдоль тех отвесных скал красивых. И вдоль этого ручья росли сосны. Это прям как оазис был. Несмотря на то, что мы находимся в пустыне, но как только появляется вода, какой-то источник воды, то все вокруг просто оживает. Там просто росла трава выше меня ростом. Вот, то есть пустыня вообще такое место контрастов. П-
Провели мы здесь 8 часов. Приехал я вот в 10, и вот в 6 выезжаю отсюда. Так что 8 часов, хотя я не ожидал столько здесь провести. Я думал, я быстро проеду. Несмотря на то, что там всего 20-21 километр дороги, но потому что очень много остановок, интересных мест для посещения. Вот длинные вот эти тропы. 2 часа ходили на Calico Tanks и вот 1.5 часа на Pine Creek. Тоже хороший трейл был. В общем, я вам скажу так, что Red Canyon очень классное место. Если вы будете в Лас-Вегасе, обязательно заедьте, не пожалеете. Вот такое место. До встречи. Thank you.